Здравствуйте, друзья, это опять Дед Петруха. Сегодня у нас 14 апреля, стоит вполне весенняя погода, снег опять тает. Ну, надеюсь, не будет мешать звук падающих капель. Так, начинаем анекдоты. Это квартира 44, дом 22, Чмолаптевский переулок? Да. Вам деньги, лежащие у вас в книжном ящике помада под кальсонами, нужны? Нужны, конечно. Тогда закажите в нашей фирме металлическую дверь. Подписываемся и слушаем дальше. Классик после окончания доклада говорит слушателям: давайте мне вопрос. Тот, кто задаст самый интересный вопрос, получит с меня бутылку пива. И добавляет: все равно тут бесплатный бар. Из деловой переписки. Скан договора в приложении. Когда ждать денег? Ответ. Скан денег в приложении. Когда ждать оригинал договора? Аниптико. Представь себе, дорогая, твой бывший поклонник Петруха застрелит свою жену за измену. Какой ужас! Вот видишь, как я верно поступила, что вышла замуж за тебя, а не за того бандита. Посмотрел дед Петруха на бардак, который учинили его внуки в доме, и вспомнил слова матери. Женись, сынок, а то в старости к тебе никто стакан воды не подаст. А внуки тем временем разбили вазу цветами и устроили драку. Отец Петруха подумал: и зачем мне этот стакан воды? Со стороны остановки отъезжает микроавтобус с японскими туристами. Дед Петруха, думая, что это его маршрутка, бежит за ним и машет водителю. Из окон улыбчивые японцы радостно машут в ответ. Фирочка, чем вы увлекаетесь? Рисованием и верховой ездой. А вы, Боря? Так и не поверите. Художницами и наездницами. В израильском консульстве небритый бомж просит вид на жительство. У него администратор спрашивает: вы кто? Перельман, Зимберман, Шнайдерман? А тот говорит: наркоман. А кто это сделал? Рапинович и Шлемензон лежат в детской больнице травматологии с тяжелыми вывихами стопы. Каждый раз, когда врач приходит на осмотр, Рапинович при осмотре всегда вопит. Шлемензон приносит спокойно. После того, как врач уходит, Рапинович спрашивает: а как ты умудряешься молчать? А Шлемензон говорит: а я немного умнее тебя. Я показываю врачу только здоровую ногу. Подписываемся, кликаем на колокольчик.